Добрый день. Очередная мелочевка из Китая. Это магазин AliExpress. Здесь должны быть аксессуары для фотоаппарата. Фотоаппарат Sony Alpha 6000. Как я понял, такое здоровое крепление на ремень, и сюда надо крепить крышки объектива. Какая-то универсальная или под размер, я правда не помню уже. Сейчас подумаю. А это крышка на объектив 45 миллиметров. Емотан разъем у меня. Нет, сюда, наверное, 49 миллиметров почему-то. Заказывал на под 40 миллиметров. Вообще-то не то прислали, наверное. Должно было под 40 миллиметров. Конечно, она сюда не подходит. А так и на ремень застегивается, и чтобы не в руках держать крышку сюда. 49 миллиметров, конечно, мне не подходит. Это такая вроде аккуратненькая крышечка. Сейчас сравним с оригинальной соневской. Вот это оригинал. Это вот китайская копия. Ну, по-моему, на видео было с ушком. Не на видео, а на фотографиях в магазине. Здесь, конечно, без него. Ну, так вроде аккуратненько сделано. Оригинал в соневском магазине стоит 500 или 450 рублей. В Китае там 50 центов. Конечно, разница огромная в ценах. Так, вроде аккуратно сделано, брать можно. Только вот с этим, конечно, заказывал под 40,5, пришло 49 миллиметров. А, нет, вру, вот здесь есть 45. О, чуть уже не наклеветал на продавца. Вот, держится. Да, все, подходит, держится хорошо. 62, 45 и 49. 49. В принципе, тогда посмотрим, как она будет работать на практике. Спасибо за просмотр. Понравилось видео. Ставьте лайк. Пока-пока.